любящая женщина. Рядом с вами. С каждым. Я не думала, что так начнется концерт, но я реально прямо сейчас поняла, как я по этому всему скучала, ребята. Я хочу поблагодарить каждого, кто сегодня пришел в этот зал. Мы, артисты, живем этот год в очень интересных условиях жизни, но мы не жалуемся. Всем сложно. Я просто хочу сказать, что мы реально очень счастливы сейчас видеть вас. На самом деле, помните об этом, ладно? Сказала какую-то лабуду сейчас. Помните. Два, один, полтора, короче, несколько месяцев, недель, суток, времени, часов очень активной жизни. Как я не мечтала, когда лежала на диване в прошлом году и набрала 6 килограмм. Ладно, не будем об этом. Лучше спеть, давайте, устал. Да, вы мне показываете видео, да? Это было очень круто! Это с прошлого концерта, мы тоже тут стояли, да? Влад, спасибо вам, что вы еще раз пришли и на этом же месте стоите. Как пройти по полю без огня? Как пройти по полю, если ты одна? Что ведь это ручечки, ручки?
на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски Thank you.